ткани, с которой делают мишек Тедди. Райнхард Шульте. Ткани, с которой делают мишек Тедди, происходят от этой пушистой ангорской козочки. Из ее волнистой шерсти придут тонкую пряжу. Материал Райнер Шульте закупают у заводчиков Северной Америки, Турции и Южной Африки. Настоящие почитатели мишек Тедди оценивают это. Он очень приятный и мягкий. Настоящий мохер Шульте делает мишек Тедди для детей и коллекционеров почти живым другом на всю жизнь. И это не сказка, так как в Дюйсбурге на ткацкой фабрике производят натуральные полотна высшего качества. В королевстве нити Шульте тысячи отдельных катушек мохера связаны друг с другом. Тонкая пряжа намотана на огромный рулон станка. Механическое произведение искусства. Число нитей контролируется мастерами с особой точностью. На современной ткацкой фабрике выпускают уникальное плотное и прочное полотно Шульте. Только веб-ткань действительно гарантирует мишкам Тедди долгий срок службы. Движения нити видны только в очень медленном темпе. Пряжа гарантирована высокого качества для каждого погонного метра. Более столетний опыт и традиции ткачества мохера являются самой сильной стороной Шульте. Уже в 1904 году Райнхард Шульте и Пауль Штайф сотрудничали вместе. Первые ткацкие станки в Дюйсбурге производили такой прекрасный мохер, что Маргарет Штайф после выпуска ее первой собственной коллекции мишек Тедди в 1905 году благодарила этим письмом Райнхарда Шульте. Ее медведи сегодня, по оценкам коллекционеров, стоят больше, чем 30 тысяч евро. Этот ткацкий станок такой же старый, как и сама фирма. На нем производится грива легендарного льва Штайф. Малое количество фирм во всем мире производит длинноворсовые ткани такого качества. Продавцы и покупатели со всего мира восхищены мохером из Дюйсбурга. Для Эдит Мюллер и Инкен Весельд нет ничего прекраснее, чем перебирать более чем 100 различных тканей, которые предлагает Шульте. Они обсуждают цвета и формы, наслаждаясь структурой мохера. Для обеих женщин особенно важно, что естественные волокна Шульте экологически чистый и абсолютно безвредный продукт меха. Ведь в красках, составленных по рецептуре Шульте, не имеется ни грамма яда. Сотрудники гарантируют абсолютно устойчивые цвета, не боящиеся ни света, ни времени. Современные методы производства, но и также традиции многих десятилетий, множество сверхсекретных рецептов краски уже включены в книгу образцов 20-х годов. Красильщики гордятся бесконечным разнообразием и качеством неразрушимой цветовой гаммы. Наши подруги очень любят работать с мохером Шульте. Шитье мишек объединяет молодых и пожилых. При раскрое и шитье наслаждаются они первоклассной тканью, что облегчает работу. Например, при набивке медведя заметна большая разница. Отличная обработка изнанки меха прекрасно держит форму и не коробится. Только так получаются мишки Тедди, которые сохраняются десятилетиями. Бабушка Эдит Мюллер хочет сделать своему внуку подарок на всю жизнь. Инкен мастерит сюрприз для своего жениха.
Вильхельм Кульман, работающий уже на фабрике 30 лет, гарантирует, что Махер Шульте лучший из лучших. Уже его отец работал на Шульте ткачом. Каждый метр готовой ткани проверяется его опытным глазом, и любой недостаток профессионал заметит немедленно. Вся продукция получает от него знак качества. Таким образом гарантируется каждому метру продукции дома Шульте высокое качество. Мужчины и женщины, как Вильхельм Кульман, неся многолетний опыт и традиции, дают меховой ткацкой фабрике из Дуйсбурга внутреннюю силу. Всемирно известные тедисты, как Ульрике Амадори, которые мы посетили в ее ателье, подтверждают качество Махера Шульте. Ее замечательные медведи она сделала почти исключительно из Махера Шульте и точно знает почему. То, что я действительно ценю в Махере Шульте, это хорошо фиксированная изнаночная сторона, что очень важно для плотной набивки медведя. Очень большое разнообразие цвета и структуры махера. В ее студии зарождаются настоящие культовые медведи. Ее последний шедевр был награжден в Америке. Амадори медведи из махера Шульте достойны Оскара Тедди. Ткань, завораживающая даже профессионалов. Но давайте не забудем, что в начале каждого махера была пушистая ангорская козочка. Благодаря ей фирма Шульте производит замечательный махер для мишек Тедди. Уровень качества Мадори и Шульте прочно сплетены вместе. У Райнхард Шульте полное производство высококачественных мехов производится под одной крышей. Это почти единственный в мире уникальный опыт семейного бизнеса, вложенного в каждый метр ткани. Это особенно заметно в сложном облагораживании ткани. Десятилетиями улучшая производство, получают различную структуру и их непревзойденную долговечность. Почти ничего лучшего не могла бы подарить любимому инка Весельс, чем махеровый мишка с дерзкой мордочкой и пушистым мехом. Также маленький Леон будет всю жизнь благодарен бабушке Эдит за любовь к медведю с первого взгляда. Это будет настоящая крепкая дружба. Но давайте не забудем, что в начале каждого махера была пушистая ангорская козочка. Благодаря ей фирма Шульте производит замечательный махер для мишек Тедди. Ткань, из которой делают мишек Тедди.